Продолжим рассматривать методы гидравлических аналогий в электронике. И следующий элемент, который мы должны изучить, он отвечает за то, что, собственно говоря, приводит наши заряды в движение. Обязательно надо вспомнить, что все, что касается электрического тока, это речь идет об энергии. Именно энергия передается, трансформируется. И в схеме обязательно должен быть источник энергии. Без, естественно, источника энергии схема будет мертвая. Вот источников энергии в электротехнике, в принципе, их там множество, моделей разных. Нас интересуют две самых важных. Это идеализированные модели, называется источник тока и источник напряжения. Кратко, что важно вот в источнике тока. Мы про него скажем и забудем, потому что это редко встречающаяся модель, она специфичная, она пока нас не очень волнует. Источник тока – это такой источник, который всегда поддерживает через себя постоянный ток, какой-то заданный, либо какой-то заданный ток там, по функции и так далее. Все, поняли, пока отложили, не будем усложнять. В любой электротехнической системе вы встретите вторую модель – это источник напряжения. Источник напряжения характеризуется тем, что он на своих концах, то есть вот, ну, электротехнический, да, источник ЭДС, вот на своих концах, вот здесь, на выходе, в ходе поддерживает всегда заданную разность потенциалов. Это может быть переменный ток, может быть постоянный, может быть какой-то еще специфический. Не будем тоже усложнять. Начнем с источника постоянного тока. Источника постоянного напряжения, пардон. Обозначаем его вот такой штукой, плюс-минус, вот его выходы. Так он обозначается на схемах электрических. Как его смоделировать в жидкостном виде? Что же это такое? Что у нас может в нашей трубе поддерживать разность давления? Ну, это, естественно, какой-то насос. Труба. Как его жидкостно смоделировать? Сейчас я полную модель вам расскажу, она несколько сложновата. Но мы его потом простим. Полностью смоделируем. Итак, у нас вот есть труба вот здесь вот, в этой точке. И в этой должно появиться разность давления. Причем, если источник питания будет отключен, разорвана цепь, да, то есть вода не течет. Я предлагаю рассматривать в виде вот такого колеса. Здесь приводной вал. На нем колесо. Как у первых пароходов, с вот такими вот лучами. Вот наша труба вот тут вот обходит все это дело. Приводной вал мотора, да, это мотор, или он приводится, не знаю, выберите, как вам попроще это понять самому. Крутящий момент, приложенный к этому колесу, всегда одинаков. То есть именно этим будет задаваться разность давления. Мы его включаем. Пока он выключен, он не пропускает ток, то есть жестко зафиксирован, жидкость не может протечь вот здесь. Когда мы его включаем, он мгновенно разгоняется, начинает, ну или не разгоняется, а мгновенно подает момент на вал. Давит сюда, тянет отсюда. Не забываем, что можно представлять, что он как давит, так еще и тянет. Такая модель может нам быть полезна иногда. Если вдруг здесь перекрыто, и здесь перекрыто, то двигатель прикладывает момент вот сюда, но вся конструкция не вращается, а момент приложен. То есть движения нет, но момент приложен, в результате создается разность давлений. Как только мы замкнем трубу, жидкость понесется. Вот еще раз, всегда одно и то же давление. За счет чего? За счет одинаково приложенного момента. Как это может быть? Сервопривод какой-то настроенный на момент, либо там проскальзывающий ремень, который при достижении какого-то момента начинает просто в холостую скользить. Муфта, которая также там проворачивается, как динамометрический ключ при достижении одного момента. Но вот этот момент надо как следует продумать, промедитировать. Давление всегда поддерживает одинаковое заданное. Это источник постоянного напряжения. Источник постоянного напряжения, если его в виде идеальной модели рассматривать, он должен, обязан выдавать давление постоянное
В результате, если мы возьмем и замкнем все это дело накоротко, труба без сопротивления у нас соединит начало и конец, у нас возникнет парадоксальная ситуация. Давление-то должно быть разным. Вращение, ну, улетит в бесконечность. То есть идеальная модель приводит к тому, что у нас появляются бесконечные величины. Реальных, естественно, источников таких не бывает. Какой бы источник вы ни взяли, у него есть внутреннее сопротивление, он тоже оказывает влияние на поток, как обычный резистор. И поэтому эквивалентная схема реального источника, она представляет собой себе вот такой идеальный и решетку фильтра с определенным сопротивлением. Называется внутреннее сопротивление источника. То есть идеальный у нас, он выдает любое напряжение и не имеет, когда включен, не имеет никакого сопротивления. Реальному дорисовывают вот здесь резистор, он зависит от, ну, модели, от вида, там, от конкретного конструктива источника, как изготовлен. Внутреннее сопротивление источника, как правило, известно. Обратите внимание, мы часто говорим два выражения, которые эквивалентны между собой. Используем как эквивалентный. Это источник давления, насос, источник разности давления. На самом деле, конечно, верно второе. Источник разности давления, потому что давление всегда меряется между какими-то двумя точками. И в электрической схеме то же самое, напряжение всегда между двумя точками. Но и в электронике, в электротехнике говорят напряжение в точке А, напряжение в точке Б. Ну, возьмем вот химический источник ЭДС, резистор, замкнем. Вот, или здесь там второй резистор нарисуем, замкнем. Ну, или третий. И вот говорят, напряжение в точке А, вот тут. Естественно, имеется в виду не просто напряжение в точке А, просто повешенного в воздухе напряжения не бывает. Всегда имеется в виду между двумя какими-то точками. Вот для того, чтобы так говорить, перед этим мы должны по умолчанию как-то установить некую другую точку, от которой и будут откладываться все остальные напряжения в схеме. Называется эта точка обычно общим потенциалом. Вот условно, да, и как правило это используют за такой уровень минус питания. То же самое в гидравлической схеме. Мы сейчас не будем усложнять, там придется от кольцевых труб использовать высоту столба, у нас жидкость невесомая. Поэтому пока просто запомним данный момент, что всегда имеется в виду, конечно, разность давлений. Но когда говорят давление в точке, значит уже в схеме где-то был введен общий потенциал. Либо имеется в виду минус питание. Давление в точке А – это давление вот между точкой А и вот этой всей областью. Потому что, как вы понимаете, ее сопротивление равно нулю и потенциал давления там будет одинаков. Вот если возьмем, нарисуем все это дело в гидравлическом виде, какую-нибудь систему нарисуем. Источник разности давлений качает воду сюда. Здесь наша жидкость вот тут вот везде плавает. Да. Тоже бывает такое у начинающих, не все это понимают. Вот эта вот вся область, сейчас я ее обведу синим. Вся область, соединенная проводниками с нулевым сопротивлением, а у нас трубы по умолчанию с нулевым сопротивлением, имеет одинаковое давление. Уже не разность, именно давление, потенциал. Потому что если вдруг у нас в каких-то двух точках возникнет разность давлений, жидкость мгновенно его выровняет. Ну, это естественно. Не может быть здесь больше давления, здесь меньше, потому что жидкость сразу перераспределится. Почему-то многие это упускают из виду. И иногда бывает, человека прям заклинивает, он считает, что здесь может быть давление выше, чем здесь. То есть может возникнуть разность потенциалов. Не может, сразу будет выровнено. Очень простой момент, но почему-то бывает. Но еще одна трудность, которую рассмотрим, тоже связана с вольностью употребления терминологии. Если вы будете читать какие-то тексты по электронике, постоянно будете встречать выражение напряжение
на элементе. Напряжение на резисторе, напряжение на конденсаторе, напряжение там, на катушке. Сложность в чем? Под этим выражением на самом деле могут встречаться два различных утверждения. Первое. Напряжение на резисторе. Это может иметься в виду напряжение на выходах. Сейчас я нарисую эквивалентную схему. Секунду. Напряжение на резисторе R1. На самом деле может подразумеваться два напряжения. Первое напряжение это на концах резистора, вот здесь и здесь. А второе это может быть перед резистором и общим потенциалом. То есть напряжение вот в этих точках. Очень вольно обращаются, регулярно такое можно встретить. Почему так вообще происходит? Почему вообще существуют два таких взгляда? Два таких, так сказать, способа говорить. Тут нужно познакомиться с понятием падение напряжения на элементе. Ну, если мы представим, как насос поддерживает постоянное давление, за счет чего происходит движение жидкости. Можно достаточно хорошо себе в голове легко представить, как вот здесь давление больше, а проходя решетку фильтра, оно становится меньше. Так работают редукторы гидравлические, по сути, именно таким образом. На нем оседает часть давления. Вот тут возникает разница. То же самое происходит, когда жидкость проходит через другие элементы, последующие. И постепенно часть давления оседает. В конце здесь у нас мы имеем максимальное, которое дает насос, здесь имеем минимальное. То есть если элемент, любой элемент оказывает хоть какое-то сопротивление току жидкости, электрическому току, хоть какое-то сопротивление оказывает, на нем остается часть давления. Именно вот на нем. Вот эта вот часть давления, которая оседает на нем, и называется падением напряжения на элементе. Конкретные формулы для вычисления падения напряжения вам нужно обратиться в учебник. Мы не будем здесь писать, это везде есть. Просто, да, понимаем, здесь максимальное давление, здесь какое-то среднее, здесь во всей области минимальное. Если бы здесь была еще одна решетка, то вот эта область уже синяя заканчивалась бы ниже. Здесь было бы максимальное, здесь какое-то среднее, здесь еще меньше. Вот здесь давайте мы их напишем P. Самое большое давление здесь P1, здесь P2. А здесь наш общий потенциал, который мы можем смело обозначить за 0. И у нас будет P больше, чем P1, больше, чем P2. Подытожим еще раз. Падение напряжения на этом элементе, на любом элементе, зависит от того, какой ток через него идет и какое сопротивление он оказывает. Сопротивление там можно посмотреть в документации, вычислить. Но когда мы рассматриваем падение, мы отталкиваемся от тока, как правило. Потом на примерах будет попонятнее.